Պարոն Օրբելյան, այս տարի լրանում է հայրենական մեծ պատերազմի 75-ամյակը, այդ արդիվ հետաքրքիր է Օրբելյանների տողմից որևէ մեկ առնչություն ունեցել է հայրենական պատերազմի հետ։ Ну мой папа просто воевал, он был в Красной армии и он 4 года был в немецких лагерях. Так что прямое отношение наша семья имеет к войне и к победе. И мой дядя, хотя он был молодой, он играл, значит, с эстрадным оркестром Армении под управлением Артемия Айвазяна для, значит, когда они объезжали места, где были войска. Так что это все в воспоминаниях, а отец просто наяву рассказывал. Уже не говоря о моей маме, которую немцы просто забрали из Харькова, будучи молодым специалистом. И она работала в немецких лагерях, значит, ну где были и украинцы, и русские, и армяне. И, значит, и потом после войны оказалась в армянском лагере, где она познакомилась с моим отцом. Так что мне очень повезло в этом отношении. Вот война мне помогла родиться, так что... Хочу сказать, что всю жизнь это война, и все, что они пережили, они мне рассказывали про все это. И это почему я начал свой такой проект вот с Дмитрием Хворостовским к 60-летию, потом к 65-летию и к 70-летию окончания войны. И вот мы тогда приезжали сюда, значит, 12 мая у нас был концерт именно здесь, в оперном театре, с ансамблем МВД и с хором МВД. Значит, и Дмитрий пел 12 мая 2015 года. Так что что-то мы, я думаю, в этом сезоне тоже придумаем интересное, чтобы сделать здесь для ветеранов, потому что это память и то, что наши, можно сказать, предки, наши родители в моем отношении, значит, в моем случае деды, бабушки, сделали это, никогда никто не забудет. Իսկ որտեղ են թաղված Հայաստանում, Միացյալ Նահանգներում? Похоронены в Калифорнии. Мои родители похоронены в Калифорнии. И, значит, мой дядя, который, к сожалению, скончался 24 апреля 2014 года, он скончался в Глендейле, но мы его непосредственно тогда похоронили здесь, в Пантеоне, на Комитасовском, так что он здесь.